Голод спек калькулятора, давай. Сейчас, подождите, я захвачу вам калькулятор. О! Сюда. Убойный гейминг. Да. А тут есть еще какие-нибудь? Так, тут еще... Так, эта игра, оказывается, с разными уровнями валюта. Все DLC купила зря. Ну, там просто предлагали полный пак, вот я взяла, подумала, что выгодно, блин, реально оказывается. Ну, вот, например, мне многое не надо. Устроение графиков. А как сделать-то? 7, 5. Не работает. А, видите выражение? 8. О, какая сложная игра. Где формула, рисующая сиську? Есть же формула, которая рисует сердечко. Давайте найдем. Формула, которая рисует сердечко. Побольше вам нужно сделать. Как-никак, игра должна быть на полный экран. Уравнение не может быть построено. Ну, я не... Ну, а как? Почему? Ну, как сделать-то? Может, я что-то не так пишу? Помогите с математикой. Во второй. Х во второй. Я правильно делаю? Я не уверена. В степени 3. Я не... Помогите. В следующей обнове получится. Мне кажется, никакая обнова меня не спасет. Параметры линии? Можно кастомизировать? Обалдеть. Я играю Legacy-версии, графон не завезли. Давайте, значит, x в квадрате. X в квадрате построил. А что, какая у нас формула была? Я формулу уже потеряла. Нашла. X в квадрате и y в квадрате. Неверное количество параметров. Вы уверены, что это математика? Я уже не уверена ни в чем. Роман! Рома! Ты знаешь как? Ну, я так понимаю, ты математик у нас, да? Ты пришел к нам в категории математика. Скажи мне, ты математик? Мы проходим игру калькулятор. Мы на третьем уровне. Но у нас уже затуп. Задача. Построить сердечко. Вот инженерный, там, обычный калькулятор. Мы это уже давно прошли. Мы уже все знаем, что 6 плюс 5 это 11. Ну, в инженерном. Одна фигня. А вот построение графика, тут уже что-то сложное началось. Мы еще прошли уровень с валютами. Ну, это тоже первый уровень, как бы, вот, в преобразователе. Вот, мы сделали вычисление, тут как бы все легко. А построение графика в затуп. Они часто на твичике. Не часто на твиче. И сразу к нам. Смело. Смотри, у нас вот x равен 9. Это мы знаем, это мы поняли. Но вот смотри, допустим, если y будет равен 9... Стойте, подождите, почему y уже равен 9? Он только 3 минуты назад был не равен 9. Что? Подождите, мы сейчас что, пройдем? Мы сейчас пройдем? Пройдем? Мы сейчас пройдем калькулятор? Что это? Я на самом деле очень огромный гуманитарий, и я в математике вот знаю только число 9. Все. Компиляция происходит. Он построил его. Сейчас будет момент истины. Как там написано? X во второй, y во второй, это все в третье. Это не нужно умножать на 3, это мы должны все в степень возвести в третью. Вот так. И сразу нельзя! Третья степень это у нас что по сути? Сейчас будет урок математики. Давайте мы третью степень не так будем прописывать, а мы просто это выражение умножим на само себя 3 раза. Плюс y во второй минус 1. Скобочка закрывается. Уравнение не может быть построено. Что это значит? Давай вот так попробуем. Вот так. Опа. Что это значит? Ты мне змею какую-то построил. Нифига, вы достигли уже. Брах, нет. Мы-то вот достигли только вот этого. Моя любимая песня играет. Киц-киц-киц-кица. Кица-кицуня. Мур-мур-мур-мурка. Мурка-манюня. Киц-киц-киц-кица. Кица-кицуня. Мур-мур-мур-мурка. Подождите, я нашла синусом.
что-то, какую-то формулу. Там какая-то буква Т. А что за буква Т? У меня откуда взять букву Т? А, я могу, наверное, просто написать. Гений. Вы скоро меня не будете видеть за экранами математики. Работает. Проверяем. Калькулятор куда-то свернулся. Нам нужны математики. Нам нужны математики. А можно, а есть онлайн? Настроить график онлайн. А что мы делаем? Строим. Где мы? Это вот не то. Средняя длина банана. Было дело. Вот это мы делали. Я уже забыла. Х в квадрате. А как степень построить? О, он в онлайне строит. Ты мой хороший. Так, компилируем. Компиляция не происходит. А, равно 0. А может мы 0 упустили? Может мы упустили 0 в калькуляторе? Подождите. Возможно, мы сейчас пройдем калькулятор. Мы не пройдем калькулятор. Ребята, момент истины. Равно 0. Господи, сколько муки, сколько страданий. На ученого можно идти, да. Я сразу буду вообще владелицей мирового секрета. Слушайте, у меня жарко стало, я так... Я вспотела. Конечно, была жесткая, напряженная игра, но мы победили. Слушайте, мне кажется, я даже в шахматы теперь могу. Мне кажется, мне этот мир уже давно... Химия. Тут тоже есть уровни. Вот такое он съест, но это такое. Давай, господи, как много скобочек. Где формула, рисующая сиську? Это сиськи, что ли? Максим, почему только одна?